Капитальный ремонт, реконструкция крыльца и покупка новой мебели в Центр психологической поддержки и профориентации молодежи «Луч». С такой инициативой обратились жители городского округа к лидерам движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Модернизация центра привлечет молодежь, позволит охватить большее количество жителей и создаст новые возможности для подрастающего поколения. Сегодня волонтерами городского округа и жителями была выдвинута инициатива по реконструкции регионального ресурсного центра волонтеров Подмосковья. Поскольку мы сегодня в условиях пандемии уже живем второй год, волонтеры делают огромную работу, оказывают помощь населению. Выдвинули инициативу реализовать свой центр так, как им это удобно и нужно. Поэтому эту всю инициативу поддержать, будем ее контролировать. Объем работы значительный. Для начала нужно полностью реконструировать крыльцо, поменять плитку и установить новый пандус, а также систему отопления, обновить вывески, установить новую мебель и оборудование. То, что здание, помещение нуждаются в современном ремонте и оснащении, это несомненно. Начиная от входа и заканчивая всеми внутренними помещениями, это должен быть не просто уютный дом, но и дом, приспособленный под современные потребности подрастающего поколения молодежи и всех тех, кто желает здесь быть, находиться, работать. Центр «Луч» предлагает жителям широкий спектр услуг. Например, можно получить индивидуальную консультацию с психологом, пройти семейную психотерапию и тренинги личностного роста. Волонтеры признаются, в Центр «Луч» приходят самые разные группы населения, от родителей детей до пенсионеров. Поэтому важно создать комфортные условия для каждого посетителя. Здесь издавна работают психологи и помогают молодежи. Сейчас время так меняется, что появляется с каждым днем большое количество новых профессий, новых сфер деятельности. И молодежь, которая приходит сюда еще и в качестве волонтеров, работающих в нашем городе, безусловно, нуждается в создании условий. Инициатива реконструкции центра «Луч» размещена на сайте hish.online. Там же можно посмотреть и другие инициативы химчан. Они были выдвинуты горожанами на собраниях трудовых коллективов ведущих предприятий округа. Каждый житель может проголосовать за понравившуюся инициативу. И те, что наберут больше голосов, будут реализованы в первую очередь.